ж заставил меня так напиться? Хоть и сопли намажь на кулак, не вернешь мою синюю птицу. А как все начиналось красиво, пропроводив до вокзала жену, под футбол пили с другом мы пиво, не спеша приближаясь к вину. Из 13-й банки вдруг как будто издуло, ярко-синим лучом в потолок долбануло, и в ошметках пивных вместе со штукатуркой вниз осыпался старец, похожий на турка. Он как только смог выплюнуть бороду, в тот же миг прославлять меня стал. В тапках, напоминавших осетровые морды, как на маленьких лыжах стоял. Ну, конечно, был джином тот лыжник, что немедленно и подтвердил. Два алмаза размером с булыжник мне с поклоном к ногам положил. Да погоди ты с сувенирами, дядя, что с квартирой ты сделал, гляди. Ведь жена будет думать, что всяких там разных я сюда 2 недели водил. Джин в ответ мне ответил: сейчас. Волос выщипнул из бороды, на мгновение свет в доме погас, и разгрома исчезли следы. От чудес ошалевший мой друг вмиг избавился от столбняка. Самолет, яхту, виллу и слуг стал выпрашивать у старика. Джин в ответ ему тоже: сейчас. Ты из банки меня доставал? Кто извлек меня, тот не князь, чтоб я все для него исполнял. Как услышал я эти слова, что он будет слугой мне всю жизнь, закружилась моя голова, и я смог лишь сказать: ну, держись. Счастье — это когда развязаны руки. Тут же шефу набрал упырю и гадюки и сказал ему: станешь навозной лопатой, если не прекратишь у людей красть зарплату. От испуга он хрюкнул, видать, подавился, но во мне уже новый план вихрем кружился. Ладно, хрюкай пока, после мы поболтаем, а сегодня гуляем, волшебно гуляем. Значит, Джин, раздвигай давай кухоньку эту, собирай всех, кого разбросала по свету, моих школьных друзей, друзей по универу и армейских дружков, и вертинскую Леру. Думал я, свет опять будет тухнуть, но он прямо при нас колданул. Всех по списку доставил и кухню на 100 метров в длину растянул. У гостей был такой очумелый вид, что я тут же выкрикнул: дед, просвети, успокой их и сделай, чтоб нам всем стало вновь 20 лет. Счастье — это когда тебе 20, и ты радостным трогаешь путь, на ковре, самолете кататься, чтоб с друзьями весь мир обогнуть. Мы его обогнули 200 раз, впили в Токио, в Дели, в Сесель, в снег ныряли на Эвересте, там поставив с парилкой отель. Мы в желаниях себя не стеснялись, с президентом французским приняв Мулен-Ружи, лезгинку плясали, и он мне предложил бродершафт. А когда на «Авроре» катались в бассейне, мне сказал одноклассник, спецназовец Женя, из почтения к нашим погибшим ребятам, из орудия «Авроры» ударим по штатам. Джин, как рыба молчавший, до этой минуты удивился: зачем вам стрелять по кому-то? Знал бы, дед, что они сделали с вашим Ираком,
сам же тут же Америку сделал бы раком, раком членистоногим, ищущим падаль. Но раздались тут крики: ребята, не надо, у кого-то там семьи, родители, дети, но вам что, мало места на этой планете? Пораженные мыслью, мы сперва замолчали, а когда осознали, опять заорали: в космос, в космос! Скандировать начали хором, и к луне полным ходом помчалась аврора. Пока прыгали все по луне, тихо в кратере плакал мой джин. Я похлопал его по спине: кто обидел тебя, расскажи. Джин мой сроду не употреблял, но настолько горьки были всхлипы, что я налил и пить приказал. И впервые в жизни он выпил, наблюдая, как над головой поднимается земной шар. Я сидел и в доску хмельной с пьяным духом болтал по душам. Глубоко запал ему в душу наш недавний рассказ про Ирак. Почему людям все надо рушить? Хоть убей, не пойму я никак. Я сменил очень много хозяев, и хотели они получать только то, что приносит им кайф. На все прочее было плевать. А я же создан как добрая сила, чтобы вывести к счастью людей. Но людская алчность — могила для хороших и светлых идей. Исполняя всегда чей-то бред, я не сделал добра ни крупинки, и себе в том числе жилья нет. Ни детей не имею, ни джинки. Я заметил, что сам сижу, слезы глотаю. Обнял джина: старик, я тебя отпускаю. Сей добро, как хотел, помогай бедным, слабым, чтобы мир посветлел. И найди себе бабу. Нас давай по домам. До чертей догулялись. И еще, чтобы вопросы потом не остались, напоследок прошу, сделай так, чтобы мне быть всегда в шоколаде и всегда на коне. Свет погас на мгновение, но лучше навечно. Я едва протрезвев, понял, как изувечил сам себя. В ад попал вместо дивного рая. И что делать теперь, я не знаю, не знаю. Я теперь всегда на коне. Не могу я спуститься с коня, в шоколаде весь, как в дурном сне. Не смывается, падла, с меня. Жив в четверг, жена будет тут. Шеф гадюка звонил и грозил: помоги, не то мне как. Ведь тебя ж я освободил.